Привет всем, кому делать нечего. Значит, нынче показываю засовы. Засовы, запоры, как их там еще назвать, для ворот. В общем, идея такая. Ворота это у меня трехстворчатые, то бишь калитка. Без перемычки получается, и мне надо сделать, чтобы они не только держали тудым-судым на открытии, но и вниз. Вот решил я, значит, так вот придумать. Но это внизу швеллерок, так для... пока что для объяснения ситуации. То есть здесь будет какая-то пластина вмурована. Здесь у меня пока еще неровности. Вот здесь, наверное, будет также бетонная лента, и в ней будут пластины и с небольшими бортиками, может быть, по сантиметру, чтобы он уперся в пластину, ну и поближе сюда, чтобы не ходил вот так вот. То есть не трубочки, а именно вот пластина с бортиками. Тут она будет открытая, чтобы отсюда грязь выметать, снег, лед. И, значит, в чем прикол? Прикол в том, что вот он у нас вот так закрылся, и... то есть он должен в нее упереться, и потом вот как-то вот, ну тут я сейчас вот так вот примерно рассчитал, заходит под эту пластину и держит воротину на то, чтобы она не провисала. То есть он держит два положения, и на открывание, и на провисание. Вот идея такая. Но я не знаю, какая будет высота. Сейчас, значит, вся длина штыря 44 сантиметра. Он тут где-то 10. Здесь по-наружнему 25. Втулочки. Пруток 18. Здесь 30 миллиметров. Пятерка. Это тоже пятерка. 50 миллиметров прикрутил саморезами кровельными. Шестерки. Головка под десятку. Вот на это детали. То есть выглядывает она у меня примерно на 18 сантиметров. Какой будет пол, пока не знаю, высота. Поэтому здесь мы делаем потом вот так вот. Вот в одно я уже прорезал. А здесь пока просто тупо в землю уперся. То бишь вот так вот раз. Ну как вот подрегулировать, подогнать. Можно еще прорезы сделать, а? А, тут ворота, давай. Попробуй. Нормально? Да нормальный. А какая спускал? Нижняя, задняя? Да теперь хорошие все. Так, жена моя проехала на своем Ямахе. Ну, как-то вот так вот буду прорезать. Прорезать, делать. Потом подгонять. Понятно, что в самый низ, но уперся. Ну, конструкция такая незатейливая, но как бы будет держать и сюда, и сюда. Ну, так он вроде достаточно. Если даже будет ветром трястись, достаточно прочно. Или вот так поднял джик сюда. И... или вот так вот немножко в натяг раз, и все, они не провисают. Ну вот примерно идея такая. Ну дальше буду делать вверху еще запор и замок типа чапок. Как у нас называли? А, не чапок, петушок. Извините. Ну все. Все, что не ясно, спрашивайте. Всем удачи, всем пока.